мы помочь пришли, если что. Да, мы освободить вас. Рубашу. Я не понимаю, где замок находится, который он прицепил. Чем его можно открыть? Раз? Слушай, наверху я видел. Тихо. Слышал? А что такое? Я! А вы что такие-то? Мы новые владельцы новые. Новые владельцы, да. Взяли, вот сейчас осматриваем его. Такой прям вообще добрый, ё-моё. Тяжелый, да, дверь. Да, хороший, там в ту сторону же, да, пройти? Там, да, там вообще куча места. Да. Осторожно, кто-то не так упал. В любом случае, попробуем в больницу скрыть. Давай не в больницу, я лично хочу этому шакалу в глаза посмотреть. Мы кое-кого тебе привезли. Сюрприз тебе сделали. Какой еще сюрприз? Не надо больше сюрпризов, уже натворили сюрпризов. Не плачь, сынок. Мам, прости меня, я не хотел. Не плачь, сынок. У тебя руки, покажи руки! Покажи руки! Они грязные. Был в крови, он убил их. Ты убил их, мы тебе их доверили, мы освободили их. Ты тут что говорил, я все понял, я по вам скучал, простите меня. Ребят, всем привет. В общем, ситуация такая, то что со мной связался в очередной раз фотограф, маньяк, называйте его как хотите. Для меня это просто больной человек, и он снова хочет со мной увидеться. Точнее, я даже не понял его посыл, он сказал, чтобы я просто приехал в лес, туда, где Антон хотел его повесить, но не вмешивался и просто наблюдал за тем, что будет там в этом лесу происходить. Что там будет происходить, я без понятия, он сказал, что это для меня будет огромным сюрпризом, поэтому мы сейчас с Кириллом доедем, будем за всем наблюдать, он сказал, не будем вмешиваться. Конечно, если там будут какие-то жертвы девушки, то тогда мы уже вмешаемся и просто разобьем им всю рожу там, и на этом все и закончим. А так... Посмотрим, что же он нам приготовил. А перед началом видоса, ребят, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Огромную просьбу, давайте наберем 40 тысяч лайков. Я общу продолжение. Для вас нажать на лайк — это дело всего лишь одной секунды, а для меня это реально огромная радость и мотивация для того, чтобы пилить вам больше контента. Я реально читаю ваши комментарии, то есть я сейчас каждый ролик, видите, начал прикреплять ваши комменты. Здесь тоже можете посмотреть несколько комментов, я вот так выборочно буду каждый раз их выкладывать. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, любая ваша активность для нас — это в радости. Мы все видим и каждую из вас ценим. А пока что мы поехали в лес, желаем приятного просмотра. Ребят, я не знаю, в курсе вы или нет, но конфликт с Юрсом у меня до сих пор продолжается. И продолжается он не в реальной жизни, а в GTA. Как бы глупо и смешно это не звучало, но он решил выяснять именно в том, в игровом поле, и просто втыкает меня там палки в колеса. Я запилил уже очередной видос, в котором как раз таки мы с ним встретились и просто устроили стрелку один на один, где он начал мне предъявлять за удаление канала и так далее. Я сейчас ставлю некоторые фрагменты оттуда, и вы их сами посмотрите. Свой канал ты сам, Юрец, просрал. И первый, и походу второй. Ну как? Скажи, 4 ролика про тебя вышли. И все, канал сразу блокируется. Это что такое? Страйки за ролики. При удалении канала Юрец в любом случае приходит письма на почту. По-другому быть не может. Да ничего, я хочу сказать, сейчас пожар здесь, нахуй устрою, че, у тебя тоже был за площадь. А ты че такой живучий, ты папа? Я не знаю, у меня хп не отнимает. Вот, ребят, все видели своими глазами, это максимально смешно. Но для тех, кто хотел бы мне помочь разобраться с ним там в игре, залетайте на 16-й сервак, 16-й сервер, потому что мы именно там. Он тоже теперь там, сука, и мне там постоянно мешается. Также вводите мой промокод Ващенко, он перед вами на экране, по нему получите бонусы на начальной стадии игры. Ну и всех жду в свою банду, потому что группировка у нас уже достаточно большая, нам нужно еще больше людей, потому что я часто там встречаю различных хейтеров, которые мешают играть, которые пытаются как-то напакстить, пытаются помочь даже Юрцу, потому что там есть какая-то крыса, которая ему как раз таки помогает во вред мне. Поэтому, ребят, залетайте по ссылке в описании на GTA, проект Радмир, играть можно на телефоне, также причем на айфоне, это единственный проект, где можно играть на айфоне, поэтому если айфон, то смело залетай. На андроиде можешь играть на компе, но на телефоне проект называется Hustle, на компе Радмир. Но это абсолютно один и тот же проект, и игра абсолютно бесплатная. Это я обращаюсь к тем, кто вообще не понимает, о чем тут происходит речь. И также, помимо всего прочего, у нас есть беседа ВКонтакте, ребят, в которой мы общаемся конкретно по поводу игры. Сейчас вам даже покажу. У нас уже 3500 практически участников, и тут общение чисто по игре, то есть все только по игре, все сходки, все обсуждения. Видите, то есть как раз-таки базу врагов нашли, то есть слили сюда, то есть мы, скорее всего, потом на них пойдем толпой и так далее. Короче, залетайте и присоединяйтесь, ссылка тоже будет в описании. Ты уверен, что сюда? Он сказал, где его вешал. Антон, где пытался его повесить. Поэтому, да, остается только сюда. Это же туда? Да. Помещусь там?
Ну, я расторапаю. Думаю, должен. Мне очень интересно, что он там приготовил. Ребят, я реально просто не представляю, что ему от меня до сих пор нужно, что он там собирается нам показать. Почему именно сюда он нас привел? Потому что постоянно мы около этих холмов в последнее время с ним встречаемся. Но меня каждая его задумка очень сильно пугает. Сейчас, слава богу, мне не нужно ему подыгрывать, потому что мы знаем, что жертв никаких у него нет. Это самое главное. Родители мы освободили. И родители его находятся до сих пор, короче, в больнице. А сюда я не понимаю. Возможно, он нас, может, ловушку хочет затащить сюда. Ну да. От него что угодно можно ожидать. Он же какой-то нестабильный. По факту, да. У него как будто переменное настроение. Ну, это бревно, конечно, напрягает. Вон, стой, вон тачка. Слушай, я вижу ее отсюда. Давай я сейчас машину загоню. Тут же поворот. Не палевно будет? Да я думаю. Ну, он вообще есть съезд, да. Ну, слушай, сам фотограф в любом случае знает, правильно? Да ну да. Что мы здесь. Он слушай, сказал просто не вмешиваться. Может, мордой туда на всякий случай? Да похер, потом развернешься. Так. Это ловушка для нас или что? Слушай, может потом сам не укусишь? Что здесь нужно? Да, а зачем тогда он тут? И какой план был? Ну, Антон мог за фотографом проследить. Антон не мог был. Тихо. Опа. Он уходит. Я привез. Да, я привез. Я обещал, как договаривались. Че? Не про нас ли речь? Может быть. Ты заслужишь помиловать. Надеюсь, не помню. Показывай, где? Там, в машине. Там, все, в машине. Если ты мне врешь, я убью тебя. Ты стоишь за своей Катей, ты понял? Ну, трогай меня, я и там все потерял. Значит, здесь? Да. Да. Да, Леш, блядь, в руке обидел? Нет. Леш, блядь. В колонну что-то? Ах ты, урод! Леш, блядь, в руке. Я не знаю, ты не видел его. Леш, блядь, в руке. Что это за хрень была? Это из-за тебя. Из-за тебя, Кать. Катя умерла, моя. Сволочь. Иди сюда. Че, он сказал не вмешиваться? Он сам просил не вмешиваться. Вмешиваться. Да и насрать на него, если честно. Что это было? Чушь. Газировка, наверное, другая, ему нужна длиннее. У него как на слона надо. А нет, смотри, 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 смотри. Послов? Нет у тебя сил? Сюда, слов! У него ноги отнимаются. Слов, ты за все ответил за мою Катю? Откуда он фотограф Кейт? Нет с тобой съездного, нет? Или он уже отчаялся так и за Кати? Ну, понятно, все. Хорошо у меня. Так тебе и надо. Почувствуешь всю боль, как Катя ощутила. Я там сижу, я полностью. Все. Какой транквилизатор, да? Уже какой, блядь, тяжелый!
Зайчонок, бля! Отсюда. Мы сейчас его упустим. Что он хочет с ним сделать? Куда он его повез? Но ты что держишь его? Я хочу отдать ему. Зачем? Если он Антона сейчас убьет, я думаю, он заслужил. Серьезно? Хочешь его благодарить за эту херню? Погнали за ним. Валим, валим. Ты что там завис-то? Да, реши. Я тебе говорил, что надо мордой туда парковаться. Он что-то ему вколол, и куда сейчас он его? Почему он просто здесь его не убил? Зачем его вообще везти куда-то? Просто замочить тут Антона и все, да? Такая возможность идеальная. Может, надо было нам выскакивать в этот момент? Погоди, может быть у него более изощренный план. Я так понял, вроде все у него получается пока. Как думаешь? Не знаю, я... Может, он его не просто хочет убить, а наказать? Ты учитываешь, что у фотографа никогда ничего не выходит, он всегда обсирается своими планами. Не понял. А почему закрыть шлагбаум? Он успел закрыть, что ли, сейчас? Я не знаю. А для чего? А в чем прикол? Чтобы он не хочет, чтобы мы за ним ехали? Типа, а для чего тогда вообще встреча это нужна была? Я не понял. Ты же понимаешь, он больной. Он просто больной психически. Тут ты не проедешь, да? Да, не проедешь. Не проедешь? Ну, мне кажется. Ладно. Мне кажется, нет. Ты что сделал-то? Ты что сделал? Чего? Ты как, блядь, проедешь-то? Не понял прикола. Все, погнали. Ребят, короче, он реально просто нас кинул с хвоста, но я не понимаю, для чего ему это нужно было, для чего он вообще тогда нам сказал приезжать, чтобы что? Чтобы мы просто посмотрели, как он такой крутой справится с Антоном. Но мы же не знаем, чем закончится дальше. Может, это вообще просто цирк двух уродов, которые просто договорились для того, чтобы нам устроить это шоу, правильно? Ну, но по факту. Скорее всего, да. Ну, слушай, что-то не выглядело как шоу. Потому что у него лицо разбитое. Ну, но Антон мог переиграть, то он ему и рот зашивал. А нахера это надо тогда Антону? Капал. Да хрен его знает. Но для того, чтобы просто нас водить за нос, чтобы, наверное, втереться к нам в доверие, я не знаю, что от них ожидать, они максимально странные оба. И по факту, да, то есть Антон мог с нами там типа разобраться, да? Ну, наверное, да. Но я все же надеюсь, что фотограф хочет отомстить за Катю и просто наконец-то... Ты меня слушаешь? Угу. То, что убить хочет Антона. И впервые я бы был рад... Хотя нет, я потом. Ну. А газированная? Нет. Ну вот. Давай-ка сейчас съездим в сарай в тот. Потому что он туда его повез к себе, в эту, в Аляевку, да? Ну слушай, как варик. Ну, либо к могиле, может. Погнали. А что ближе, сарай или могила? Здесь. Наверное, к могиле проще. Ну давай крутанем через могилу, если нет, то в сарай. Угу. Держи. Ребят, я уже много раз вам говорил, что я помогаю сейчас своим подписчикам зарабатывать бабки абсолютно бесплатно. И поверьте, это максимально просто. Сейчас прям 5 сек, я сейчас вам все покажу. У меня называется она Lucky Jet Hack. И здесь как раз таки вся статистика, то что вот ребята заработали в среднем за день 24 тысячи, это в среднем. Самый максимальный 44 тысячи. Это просто представьте, каждый подписчик заработал примерно по 24 тысячи за один день. И это далеко.
далеко не предел, можно гораздо больше. Тут в закрепе будет, короче, видос, и если вы перейдете по ссылке в описании, там так и будет называться «Лего по заработку», вы увидите этот видос и поймете, как работает эта программа. Вы просто будете в шоке с того, до чего дошел прогресс, то что просто, по сути, программа, которая хакает сам сайт и наперед знает, на каком коэффициенте нужно забирать бабки для того, чтобы оказаться в плюсе. Поэтому, ребят, залетайте, программой самой поделиться я не могу, потому что она стоит бешеных денег, и, в принципе, я заключал договор о неразглашении, но я делюсь ежедневно сигналами своими подписчиками. То есть есть закрытая группа, сейчас я вам тоже ее покажу. Вот, закрытая группа, сюда заливаются как раз-таки все результаты, вот десятка, вот десятка, вот десятка, десятка, то есть в среднем как раз-таки мы не делаем большие кэфы, я даю именно такие игры, где на двух надо забирать, для того, чтобы просто сайт не спалил вот нашего, так скажем, вот эту аферу, поэтому все максимально аккуратно. Поэтому, ребят, залетайте, присоединяйтесь и зарабатывайте, при том, что это абсолютно бесплатно, 5 сигналов в день. То есть 50 тысяч рублей вы спокойно сможете зарабатывать. Короче, ребят, сейчас немножко внесу юмора в этот вообще постоянный негатив с этими маньяками и так далее. Мы пока ехали в лес, и Макс такой решил походу что сделать? Уснуть. Блядь, как я могу доверить ему жизнь свою, если он такой, да, мы едем на важную там какую-то разборку, а я просто решил поспать. Это вообще просто жесть. Я не знаю, Макс будет добавлять это вообще видос или нет, но, по крайней мере, для памяти. Типа, эй, просыпайся. Макс, просыпайся. Мы... Макс? Слышишь? Ты что, угораешь или что? Алло? Алло? Слышь? Слышь, что? Что за херня, я не понял? Ты не угораешь или что? Связь не ловит. Макс! Макс! Очнись, слышишь? Урод, ты мне не нравился. Урод, ты мне тоже не нравился. Предал меня, сука. Друг называется. Сколько времени прошло? Прошло полтора часа почти. Чик. А где Макс? Куда этот урод его утащил? Ой, башка раскалывается. Он именно по затылку херанул меня. Что, мне звонить надо? Максу тогда. Ребята, чтобы вы понимали, тут связь вообще не ловит. Я выйду, короче, сейчас из леса, башка кружится. Выйду из леса и попробую дозвониться до Макса. Надеюсь, с ним все в порядке. Я же за тебя до первого раза. Да, сука, говоришь.
Ты что творишь? Идешь колонны ссор. Отпусти меня! Колонны ссор, ты убийцу! Мы это сделали с тобой вместе! Отпусти меня, ублюдок! Мы это сделали с тобой вместе! Мы создали убийцу! Так давай убей нас уже! Я не убийца! Не плохо тебя разобрать! Я и не был таким никогда! Так отпусти меня тогда! Вы оба виноваты в смерти Катеньки моей. Все из-за вас произошло. Все из-за тебя произошло. Из-за тебя, блядь. И кем ты стал? Ты тоже тут надо. Ты что хочешь, я не пойму, ты ни хера не сделал. Ты что, сам не понял? Расскажи. Да заткнись, что, блядь, пусть сам скажет. Я не убийца, никогда не был, не хотел быть. Да что вы тут делаете, сука? Вы оба поплатите за свое. Так ты же не убийца. Вы сейчас все сами поймете. Вы сами поймете, мой друг, ты был им, сука. Но ты предал меня, я тебе очень сильно доверял. А ты? Сидишь, да я просто так сиди. А ты, сука, предал меня. Но я никогда не был им. И Катя моя. Катюша, твоя шлюха была. Сам ты шлюха, я тебе так говорил. Урод. Она никогда не была такой. Катя всегда была давно. Ну давай говори, зачем мы сюда пришли, а? Интересно. Я вас собрал для того, чтобы вы сами наконец себя перебили. Кто из вас первый вылезет, тот того и прикончит наконец-то. Кто из вас первым вырвется, кто-то и сможет другого прикончить. Попробуйте сами себе перебить уроды. Тут из вас один выберется. Вот кто-то берется. Вот с тем я... Сука, чтобы дышать. С тем я и переговорил. Мне нечего будет бояться. Если у вас останутся вопросы, вы мне зададите уроды. Вот и попробуйте задать, как хотите. Вот и пробуйте. Сука, я доберусь до тебя, когда выберусь. За все, сука. Да. Алло, Вик, слушай, ты оставляла бутылку? Аква минерале. В машине. Вот. Твоя бутылка аква минерале в машине. Какая бутылка? Бутылка с водой, какая? Ну, я серьезно спрашиваю. Что за бутылка? Подожди, мы же с тобой недавно убирались в машине перед днем рождения брата. Какая бутылка? Ну, недавно. Ты сегодня там или вчера вечером клала бутылку эту в машину мне или нет? Я вообще из дома не вылазила. Все, какая понял. Бутылка? Я уже почти. Очень рад за тебя, ублюдок. Ну что, общайся со своим дружком. А!
едет. Сука. Ты можешь его убить, мне вообще насрать на него. Я даже посмотрю на это. Ты жалок. Кирилл, звоните Кириллу. Занято. У него занято. Я что знаю все. Я знаю тут все. То есть меня не засадят врасплох. Здравствуйте. Вас приветствует автоответчик. Че ты творишь-то, а? Мне помощь твоя нужна. Да с кем ты там болтаешь-то? Он где-то за мной идет. Опа, перезванивает. Алло, Кирилл. Я в лагере. В Золотаревке. Я вообще в другую сторону еду, ты понимаешь? Разворачивайся, езжай за мной, тут Антон. Понял. А сколько сюда ехать? Там же нахера. Ох, около. Не знаю, что. Нет, я прячусь. Час где-то, наверное, да? Смотри, откуда. Я засекаю час и жду тебя. Давай, держи. Давай. Давай, жду. Надеюсь, Кирилл не подведет. Сука. Ребят, короче, на этом видос я заканчиваю. Сейчас буду искать, куда перепрятаться. Максимально. Хорошо, что протянулся этот час. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Огромный пресс. Давайте наберем 40 тысяч лайков. Я выпущу продолжение. И, к сожалению, сейчас вам не могу показать свой телеграм-канал, в котором вы можете заработать бабло. Я вам 100 раз уже рассказывал, что есть такая возможность. Благодаря моим сигналам вы на изи просто будете рубить бабло. Просто переходите в описании под роликом. Телега для заработка. И там как раз таки я помогаю своим подписчикам зарабатывать. И делаю это абсолютно бесплатно. Просто перейди, посмотри, а там уже принимай решение. Потому что я думаю, что это заинтересует абсолютно всех. Уже 1000 отзывов от моих подписчиков, которые зарабатывают там. И я хочу, чтобы ты был в числе этих же ребят. Вроде пока тихо. Хорошо, ладно. Пока, я пошел перепрятываться.